quand je l'ai. Thank you.
I
I
suffixes. We have finished five next. И мы заканчиваем примеры, которые мы приводил Гише на прошлом уроке, десяти суффиксов. The next five is first example for suffix ma. И следующий пример с суффиксом ma. Ау, джама, джам, панарбо, джамбо means soft. Soft. Вот это слово джампо означает легкий. Джампо. And а. Суффикс а. И вот пример с суффиксом а. Намка. Нама, нам, маука, намка. Суффикс намка means sky. Намка переводится как небо или пространство. Sky. Also space, yeah? Yes, space. Намка, небо или пространство. And chara, chara, charpa, chara, suffix ra, example. Charpa means rain. И в слове charpa, пример с суффиксом ra, charpa переводится как дождь. Then la. А, la. Suffix la. La la gel, chajambo chin na chin, panarpo, gel chimbo. Gel chimbo. It's important. Переводится как важно. Yes. Важный. And last sa. И последнее. Ma sa kepa. Kepa means scholar. И последний пример с суффиксом sa. Kepa в переводе означает ученик. And these are Chechus. Sentences for this five sentences. This is a sentence for jambu, sentence for namka, sentence for charpa, and sentence for gelichimbu. And this is a sentence for kepa. What sentence? Sentence for kepa. This all, these are all sentences and these are examples. И вот примеры, в которых употребляются эти слова. And from here is, we have finished 10 suffixes. И как вы видите, их 10 суффиксов. And from here we have only 2 post suffixes. И тут есть примеры с двумя постсуффиксами, то есть вторыми суффиксами. And this two, name of these two suffixes is Yangju. Yangju. Ни, it means two, yeah? И название по-тибетски будет постсуффикс, то есть второй суффикс, это янчук. Ни означает два, второй, то есть два их. Всего постсуффиксов в тибетском языке два. So these two are just comes after the, again, after the suffix. So actually, young means again, and it comes. Ян переводит снова, то есть вновь после следующего суффикса, то есть постсуффикс, следующий суффикс, второй. So, this is root letter and this is suffix and again suffix is comes, letter is comes, then it is called Янчук. И пример, который приводит Гиши, Чин, Чагибу это коренная буква, На это суффикс, а Да это второй суффикс. Постсуффикс comes after the suffix. Ascending, ka, na, sa, ka. This is root letter, and this is suffix, and this is post suffix. Yangjuk. И то же самое в следующем примере канри. Канри. Ка это коренная буква, ла это суффикс, и са это второй суффикс, который не читается. Второй суффикс никогда не читается. It's not written yet. So chin means went, and канри means snow mountain. Чин переводится как прошло, а кангри переводится как снежная гора. As you know, gang means snow, and ri means mountain and hill, peak like this. Окей. Кан переводится как снег, а ри это как вершина, пик, пик горы. То есть снежная вершина, снежная. So, again, chin, this word sentence, ma bela chimin, and this word sentence, bela kari mampu yore. И также вы видите еще предложение с этими словами. So, you know, jumbo, soft, and bendi, jumbo, shetatus,
this wool is very soft, very soft. И вот предложение, которое приводит Геше, Пелди, Джампо, Чита, Ду. В переводе означает, это шерсть очень легкая. То есть дословно переводится как есть облака в небе. То есть в небе существуют облака. В небе сейчас облака. Дирин чарпа ягиду. Today it is raining. Следующий пример. Дирин чарпа. 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 Ягиду. Ягиду. Yes. Today it's raining. Сегодня дождливо. Сегодня идет дождь. Где чимбу? Ляка ди. Где чимбу? This work is important. И следующий пример. Эта работа очень важная, очень полезна, очень важна. Кяба, Кон Ми Кяба Сисуи, he is a scholar, he is a scholar. He is a scholar. И следующее предложение переводится как он учащийся. Ученый. Извиняюсь, он ученый. And you know, Кон is both for he and she. Кон. Вы помните, было кунцо, это мы, это они, кунцо. А кун, если без цо, то это он, просто он. Кун, he and she both. Кун также она, не только он. She is a scholar. He is a scholar. Both. Также можно перевести как она учу. And chin na bela chimain. I went to Tibet. И следующее предложение, значит, went, я приехал в Тибет. Bela Gangri Mangbuyol, there are many snow mountains in Tibet. И в следующем предложении, то есть много снежных вершин в Тибете, дословно переводится. So like this, this is meaning. Now we'll practice how to read. To read the Tibetan letter. И теперь мы попрактикуем, как читать эти предложения, как читать эти буквы тибетские. First we will practice how to read the spelling, and then we will read straight. И как обычно, мы вначале начнем с произношения по буквам, а потом уже так, как надо. So please see. Ау, джама, джам. Ау, джама, джам. Панаро, по. Панаро, по. Ау, джама, джам. Ау ча ма джам. Панаро по. Панаро по. Ау ча ма джам. Ау ча ма джам. Панаро по. Панаро по. Джам по. Джам по. Бала бел. Бала бел. Ау даги гу ди. Ау даги гу ди. Ау ча ма джам. Ау ча ма джам. Панаро по. Панаро по. Шатенгу ше. Шатенгу ше. Дара-да-джак-ка-джак. Дара-да-джак-ка-джак. Ау ташам-джу-ду-ка-дук. Ау ташам-джу-ду-ка-дук. Бала-бел. Бала-бел. Ау даги-гу-ди. Ау даги-гу-ди. Ау чама-джам. Ау чама-джам. Панаро-по. Панаро-по. Шатенбуше. Шатенбуше. Дара-да-джа-ка-джак. Дара-да-джа-ка-джак. Ау ташам-джу-ду-ка-дук. Ау ташам-джу-ду-ка-дук. Нама-нам. Нама-нам. Мау-ка-ка. Мау-ка-ка. Нама-нам. Нама-нам. Мау-ка-ка. Мау-ка-ка. Нам-ка. 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 Нама-нам. Нама-нам. Мау-ка-ка. Мау-ка-ка. Ла. Ла. Сапата-па-парата-та-та-ги-гу-ти-на-тин. Сапата-па-парата-та-та-ги-гу-ти-на-тин.
па. Па. Аудашам джудука дук. Аудашам джудука дук. Нама нам. Нама нам. Маука ка. Маука ка. Ла. Ла. Сапата па парата та та ги гу ти на тин. Сапата па парата та та ги гу ти на тин. Па. Па. Аудашам джудука дук. Аудашам джудука дук. Чара чар. Чара чар. Па. Па. Чара чар. Чара чар. Па. Па. Чар па. Чар па. Дадим гуде. Дадим гуде. Раги гу ринг а ринг. Раги гу ринг а ринг. Чара чар. Чара чар. Па. Па. Рака дака это ча ка чак. Рака дака это ча ка чак. Гаги гуги. Гаги гуги. Ау дашам джу ду ка дук. Ау дашам джу ду ка дук. Дадим гуде. Радим гуде. Раги гу ринг а ринг. Раги гу ринг а ринг. Чара чар. Чара чар. Па. Па. Рака дака это ча ка чак. Рака дака это ча ка чак. Гаги гуги. Гаги гуги. Ау дашам джу ду ка дук. Ау дашам джу ду ка дук. Га ла гел. Га ла гел. Ча джин бу чен на чин. Ча джин бу чен на чин. Па на ро по. Па на ро по. Га ла гел. Га ла гел. Ча джин бу чен на чин. Ча джин бу чен на чин. Па на ро по. Па на ро по. Гел чин по. Гел чин по. Гел чин по. Гел чин по. La sa le. La sa le. Ka. 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 Au da gi gu di. Au da gi gu di. Ga la gel. Ga la gel. Cha ting bu che na chen. Cha ting bu che na chen. Pa na ro po. Pa na ro po. Ra ting bu re ta re. Ra ting bu re ta re. La sa le. La sa le. Ka. Ka. Au da gi gu di. Au da gi gu di. Ga la gel. Ga la gel. Cha ting bu chen na chen. Cha ting bu chen na chen. Pa na ro po. Pa na ro po. Ra ting bu re ta re. Ra ting bu re ta re. Mau ka sa ke. Mau ka sa ke. Pa. Pa. Mau ka sa ke. Mau ka sa ke. Pa. Pa. Kepa. Kepa. Kanaro ko nga kong. Kanaro ko nga kong. Magi gumi. Magi gumi. Mau ka sa ke. Mau ka sa ke. Pa. Pa. Shagi gu shi ka shik. Shagi gu shi ka shik. Radengu re ta re. Radengu re ta re. Kanaro ko nga kong. Kanaro ko nga kong. Magi gumi. Magi gumi. Mau ka sa ke. Mau ka sa ke. Pa. Pa. Shagi gu shi ka shik. Shagi gu shi ka shik. Radengu re ta re. Radengu re ta re. Yang a yang. Yang a yang. Au jashim ju ju ka juk. Au jashim ju ju ka juk. Gau nya gi gu ni sa ni. Gau nya gi gu ni sa ni. Yang a yang. Yang a yang. Au jashim ju ju ka juk. Au jashim ju ju ka juk. Gau nya gi gu ni sa ni. Gau nya gi gu ni sa ni. Yang juk ni. Yang juk ni. Yang juk ni. Yang juk ni. Da. Da. Sa. Sa. Paya de cha cha gi gu chi na ta chin. Paya de cha cha gi gu chi na chin. Paya de cha cha gi gu chi na ta chin. Paya de cha cha gi gu chi na ta chin. Paya de cha cha gi gu chi na ta chin. Пая да ча ча ги гу чи на да чин. Пая да ча ча ги гу чи на да чин. Пая да ча ча ги гу чи на да чин. Чин. Чин.
Чин. Чин. На. На. Панарды тады. Панарды тады. Ла. Ла. Паяда ча ча гигу чи на та чин. Паяда ча ча гигу чи на та чин. Па. Па. Я гигу и на ин. Я гигу и на ин. На. На. Панарды тады. Панарды тады. La. La. Paya da cha cha gi gu chi na ta chin. Paya da cha cha gi gu chi na ta chin. Pa. Pa. Ya gi u yi na yin. Ya gi u yi na yin. Ka nga sa gang. Ka nga sa gang. Ra gi gu ri. Ra gi gu ri. Ka nga sa gang. Ka nga sa gang. Ra gi gu ri. Ra gi gu ri. Gang ri. Gang ri. Kang ri. Kang ri. Panaru de ta de. Panaru de ta de. La. La. Ga 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 nga sa gang. Ga nga sa gang. Ragi guri. Ragi guri. Mang a mang. Mang a mang. Panaru po. Panaru po. Yanaru ye ta ye. Yanaru ye ta ye. Tadim bo re ta re. Tadim bo re ta re. Panaru de ta de. Panaru de ta de. La. La. Ga nga sa gang. Ga nga sa gang. Ragi guri. Ragi guri. Ma nga mang. Ma nga mang. Panaru po. Panaru po. Yanaru ye ta ye. Yanaru ye ta ye. Ratengu re ta re. Ratengu re ta re. Au ja ma jam. Au jama jam. Panaropo. Panaropo. Jampo. Jampo. Bala bel. Bala bel. Au dagi gudi. Au dagi gudi. Au jama jam. Au jama jam. Panaropo. Panaropo. Shading boshe. Shading boshe. Tarata daka dak. Tarata daka dak. Au dashim judu ka duk. Ao dasham judu ka duk. Nama nam. Nama nam. Mau ka ka. Mau ka ka. Nama nam. Nama nam. Mau ka ka. Mau ka ka. La. La. Sapata pa paratata tagi guti na tin. Sapata pa paratata tagi guti na tin. Pa. Pa. Ao dasham judu ka duk. Ao dasham judu ga duk. Chara char. Chara char. Pa. Pa. Char pa. Char pa. Dajeng bu de. Dajeng bu de. Ragi gu ring a ring. Ragi gu ring a ring. Chara char. Chara char. Pa. Pa. Rakata kaya da ja ka jak. Ragata kaya dajaka chak. Gagi gugi. Gagi gugi. Ao dasham judu ka duk. Ao dasham judu ka duk. Ga la gel. Ga la gel. Chatengbo che na chen. Chatengbo che na chen. Panaropo. Panaropo. Gel chenpo. Gel chenpo. La sa le. La sa le. Ka. Ka. Ao dagi gudi. Ao dagi gudi. Ga la gel. Ga la gel. Chateng bo che na chen. Chateng bo che na chen. Panaro po. Panaro po. Rateng bo re ta re. Rateng bo re ta re. Mau ka sa ke. Mau ka sa ke. Pa. Pa. Ke pa. Ke pa. Kanaro ko nga kong. Kanaro ko nga kong. Magi gumi. Magi gumi. Mau ka sa ke. Mau ka sa ke. Pa. Pa. Shagi gu shi ka shik. Shagi gu shi ka shik. Rateng bo re ta re. Rateng bo re ta re. Yang a yang. Yang a yang. Au chasham ju ju ka ju. Ao chasham ju ju ka ju. Kau nya gi gu ni sa ni. Kau nya gi gu ni sa ni. Yang ju ni. Yang ju ni. Da. Da. Sa. Sa. Paya da cha cha gi gu chi na ta chin. Paya da cha cha gi gu chi na chin. Chin na da. Na da. Paya da cha cha gi gu chi na ta chin.
Paya da cha cha gi gu chi na da chin. Paya da cha cha gi gu chi na da chin. Na. Na. Pa na ro be ta be. La. La. Paya da cha cha gi gu chi na da chin. Pa ya cha cha yu chi na da chin pa ya yu yi na in ya yu yi na in ka nga sa gang ga nga sa gang ra gi gu ri ra gi gu ri kang ri kang ri pa na ro be ta be pa na ro be ta be la la ga nga sa gang ga nga sa gang ra gi gu ri ra gi gu ri Ma-na-mang Pa-na-ro-po Pa-na-ro-po Ya-na-ro-yo-ta-yo Ya-na-ro-yo-ta-yo Ra-jim-bo-re-ta-re Ra-jim-bo-re-ta-re So like this place you read. А теперь давайте мы прочитаем так же. Ау-джа-ма-джам Pa-na-ro-po Джам-по Ба-ла-бэр Ау даги гуди, ау джама джам, панарупо, шагир гуши, дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар, ау даги чабджу ду-ка-дук, нам-ма-нам, мау-ка-ка, нам-ка, нам-ма-нам, мау-ка-ка, La sapata pa para ta cha cha di guti na chi pa au da shab ju du ka du cha ra cha pa cha pa da da me bu de ra di gu ri ma ri cha ra cha pa ra ga ga da ga ga ya ga ga ya ka ga Дай-гу-гу-ги, ау-да-шаб-джу-ду-га-ду, ка-ла-кал, ча-дзим-бу-чи-на-джим, па-на-ру-пу, гэл-бу-чин-пу, лас-ла-са-лэс, ка-ау-да-гу-ди, ка-ла-кал, Ча-дзим-бу-чи-на-чим, па-на-ру-пу, ра-дзим-бу-ре-та-э, ма-у-ка-са-хэ, па-ке-па, ка-на-ру-пу-ма-хун, ма-гиб-ми, ма-у-ка-са-хэ, па-ша-гиб-ши-ка-ших, ра-дзим-бу-ре-та-э, Я на ру, я, ау, ча-ча-бю-джу-ка-джу-ка-ау-ня-гибу-ни-са-ни-ян-джу-ни-да-са-да-са-па-я-та-ча-ча-ни-гу-чи-на-да-чи-ма-ба-на-ру-гу-та-бы ла чая та 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 чая
гам. Гамаса гам. Раджат гигури. Рангри. Рангри. Ванарвута бир. Лакамаса кам. Радигури. Мамамам. Панарупу. Янарвута бир. Jumbo, 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 jumbo,
벨디 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 잠보 잠보 시타 시타 누 누 벨디 벨디 잠보 잠보 시타 시타 누 누 벨디 벨디 잠보 잠보 시타 시타 두 두 남카 남카 남카라 남카라 딤바두 딤바두 남카라 남카라 딤바두 딤바두 차르파 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 디링 디링 차르파 차르파 야기 야기 두 두 디링 디링 차르파 차르파 야기 야기 두 두 디링 디링 차르파 차르파 야기 야기 두 두 겔침포 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 레카 레카 디 디 겔침포 겔침포 레레 레카 디 레카 디 겔침포 레 겔침포 레 레카 디 레카 디 겔침포 레 겔침포 레 케파 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 콩 콩 미케바 미케바 시크레 시크레 콩 콩 미케바 미케바 시크레 시크레 콩 콩 미케바 미케바 시크레 시크레 양죽니 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 다사 다사 친 친 친 친 나 나 벨라 벨라 침바 침바 인 인 나 나 벨라 벨라 침바 침바 인 인 강리 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 벨라 벨라 강리 강리 망보 망보 여래 여래 벨라 벨라 강리 강리 망보 망보 여래 여래 잠보 잠보 벨디 벨디 잠보 잠보 시타 시타 두 두 남카 남카 남카라 남카라 딤바두 딤바두 차르파 차르파 디링 디링 차르파 차르파 야기두 야기두 겔침포 겔침포 레카디 레카디 겔침포레 겔침포레 케파 케파 콩 콩 미케바 미케바 시크레 시크레 양죽니 양죽니 다 다 사 사 친 친 나 나 벨라 벨라 침바 침바 인 인 강리 강리 벨라 벨라 강리 강리 망보 망보 여래 여래 Now please read like this. 지금 우리 читаем сами. Jampo, Belgi, Jampo, Sheta, Duk, Namka, Namka, La, Timba, Duk, Charpa, Derim, Charpa, Yagi, Duk, Gel, Jampo, Lekadi, Gel, Jampo, Re, Kepa, 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 Kung, Mi, Kepa, Shire, Shikre, Yang, Yangchukni, Da, Sa, Chin, Chin, Ma, Bula, Chin, Pa, Yin,
Geshe-la, can you explain Я спросила перевести каждое слово, потому что нам непонятно, правильно? Jumbo, soft. Jumbo, мягко, мы знаем. Bell. Bell. Wool. Bell – это шерсть. Di. This. Di – это. This. Это шерсть. Jumbo, soft. Jumbo, мягкая. Soft. Sheta, very. Sheta – это очень переводится как. And duk – is. Duk – это как глагол есть. Namka. Namka. Sky. Пространство, небо. Namka – is sky. Пространство, небо. Timba – is cloud. La – in. La – la – is cosmic. La – это в, это предлог, yes. В. В небе, то есть namka – la – это в небе. Тимфа – это cloud. Это облака. And duk is. Duk есть. Чарпа. Чарпа. Rain. Дождь. Дерин – today. Дерин – это сегодня. Today. Чарпа. Чарпа. Rain. Дождь, мы уже знаем. Дяги дук. Дяган – just fall. Fall. А, гяк – это падает, глагол падает. Falling. Fall. Duk is. Дук – это есть. Ги – it's… А, окей. Okay. А ги – это частичка, помните, родительного падежа обозначает родительный падеж. Она связывает две. Гелчимпо – important. Гелчимпо – очень важно. Важно. Лека – work. Лека – работа. Ди – this. Ди – это. То есть это работа. Гелчимпо – important. Гелчимпо – важное. Ре – есть. Is. Yes, есть, то есть есть очень важная работа. Кепа – scholar. Кепа – ученый. Кон – he or she. Он или она. Ми – man. Ми – мужчина. А, it's mean he, yeah? In these sentences, it's mean he. Ми – both woman and man, both we say me. Doesn't matter. Yes, yes. Woman also me, and man also me. But now, why me is… Why me? Кон – me. Кеба – сигарет. Me – it's for like… For person, like a person. Ага, okay. Person. For person – кон – me означает и мужчина, и женщина. Но это опять же, наверное, соединяет одно с вторым. Одно предложение с вторым. Кеба – ученый. Кеба – scholar. Ученый. Шик – A. One – A. Шик – это один. A. A. Re. One? Yes. One? Yes. A and N. In English, he N-A. Is A, ah, N, he is N. A, he is N. Like ah, okay. He's A. Adverb. He is это A. Это предлог. Шик – это как предлог. He is A. Is, A. То есть в английском языке oh. Это как предлоги A и N, вы знаете, да? An apple, apple. Там. A. Да, неопределенный артикль, знаете. Вот, но в русском языке нет, поэтому мы не перевозим шик. Re есть. Артикль неопределенный. Mm-hmm. Yeah. This sentence can be used for both men and women. Артикл indefinite. Кон ми кяба шигре, кон ми кяба шигре. Кон ми кяба шигре, кон ми кяба шигре. It's both. Ми, мы можем сказать и мужчине, мы можем сказать и про мужчину, и про женщину. Это тоже, наверное, какая-то частичка означает творительный падеж. А нет. It's... We use for both male and female. But what the meaning of this? Me. Me? Yeah. Kong, me actually man, person, woman. Yes. Man. Ну как человек, да. То есть me, man and woman. Она определяет, что это человек. А, не животное. It's not animal, yeah? Kong, he or she. And me is a man or woman. Man. То есть человек, yeah. Человек. Понятно, да? Кеба. Кеба. Ученый. Scholar. Ученый. Кеба scholar. And шик. Шик артик. Окей, я поняла. Ре есть. He is or she is a
Скола. Она или он дословно переводится ученый. Or we can say Kong Kyabashikre. It's also right. Также правильно можем, мы в разговорной речи можем употребить без ми. То есть Kong Kyabashikre. He's a scholar. Да, он или он ученый. He's a man of scholar. Kong Mi Kyabashikre. We use this also. Но мы также употребляем эту частичку ми. Usually me is for men. Men. И чаще всего употребляется этот for men, men. Not woman. For women also is we use me. Women is also me. Okay. Men is also me. Okay. Но me часто употребляется в плане человек. And Yangjuk ni two post suffixes. Янчук ни, мы уже перевели два постсуффикса, два вторых суффикса. Ян пост, джук суффикс. Джук переводится как суффикс, я после. Джук means, you know, actually, to go or to put or something like that. Yeah. You know, мунджук. Мунджук. Мунджук, although this is джук is that. It's not a suffix for мунджук, before, it comes before. It comes. Вы знаете, джук это то есть то, что ставится. Вот у нас была приставка мджук. Префикс. Приставка. Мы переводили приставку. То есть при ставить, даже в русском языке, то, что перед ставить. А янчук дословно переводится как после ставить. То есть суффикс. Ну, по-русски это суффикс. Дословно, то есть вы должны знать. Ставить после. So, you know, prefix means мджук. And suffix means чинджук, and post suffix means чинджук. И еще раз Гиша употребляет, еще раз объясняет об этом. So, мун means при, j means suffix, after, and young means again. Теперь вы знаете, что юн это перед, before, j это after, это после. А ян это again. Снова, то есть снова. Вот, теперь so, вы знаете значение этих слов. Comes again the after чинджук. Вот янджук, то есть после второго суффикса, идет после первого суффикса. Янджуни чин. Nowadays in the books you will not find this da. Yeah. Only when we teaching this янджуни and in examples. And you, in grammar, you will write this to know without that. That. In usual books, you will not find this. Only пальцы гучин начин. Okay. Геша объясняет, что мы вот сейчас можем не найти вот эту да последнюю третью букву в слове тень. Мы можем не найти, потому что она, ну, иногда употребляется, иногда нет. И это же глагол, он видоизменяется. Went. Это же прошедшая его форма. Я пришел, я приехал. Вот, поэтому да, иногда не употребляется. Нена, ай. На, я. Б, Тибет. Б, Тибет. Ла. Ла. Ла в Тибет, то есть я в Тибет. Тимпа, Тимпа, went. Тимпа приехал. Went. Ин, like, is, I. Past, yeah, like past time. Is in past M, like M and is like this. For all these past, present and future. Yeah. Ин присутствует во всех временах. Ну, вы помните, мы на прошлом уроке тоже часто употребляли это. Ин это есть тоже. Here, you know, this is a past tense. Набюла чимаин past. А чимпа переводится как в прошедшем времени, то есть я приехал. Набюбаин present. Набюбаин, I'm a Tibetan. Я тебе, я тибетец, дословно вот говорит мабипаин. Мабипаин. Вот так будет, я тибетец, говорит Геше. Мабипаин. Мабила другиин, фьючер. А будущее будет, can you write this? Мабила другиин. Мабила другиин будет в будущем, то есть я. Ин. How translate can now? Be used, huh? I'm going to Tibet. Я поеду в Тибет. Дословно переводится.
So this comes to all this, you know. Yeah. Вот ин употребляется всеми временами. Вы видите, да? Yeah, helping verb, helping verb. Yeah. Это как вспомогательный глагол. Я попросила написать то, что вот он сейчас рассказал про прошлое и будущее. Пеппа. А, это я, Пеппа. Это тибетец. Ин. На Пеппа Ин. Я тибетец. Ин это есть. На. На. Я. Пела. В Тибет. Новин. Поеду. Куинту. Собираюсь. То есть поеду. Доги. Доги. До это идти, а доги. Ин это поеду. А, Пела, Доги. I'm going to Tibet. Я поеду в Тибет. So, jeans for all this comes. And this Kangri, snow mountain. Kangri – это снежная вершина, мы это говорим. Again, Bö is Tibet. Опять Bö – Tibet переводится. And Kangri – snow mountain. La – это в Tibet, Kangri – снежная вершина. Mangpo – many. Mangpo – это много. And Yore. Yore. You has or have. Ю это иметь, то есть глагол иметь, имеет. And же is. А ре есть. То есть дословно переводится как в Тибете много вершин имеется. Ну то есть в Тибете есть много снежных вершин. По is and are put re. Re. А здесь put. And why sometimes in, sometimes re? Mostly in means for first person, and re second and third person. А, я спрашиваю, почему вот есть этот глагол, иногда употребляется как in, а иногда употребляется как re. Геша отвечает, что in употребляется, когда мы говорим про себя, ну, то есть личное местоимение, когда есть. А re это когда мы говорим о ком-то. Always not goes, always, but we have to, not exit. Here you know, na pepa in is for first person. First person. Для первого лица. Kong, in это первое лицо. Kong. Второе лицо. Pepa re. Yes. Second person. Kong pepa re, то есть он. Это второе лицо. Second person. Да. Второе лицо. Kong zu. Kong zu они. Second person. Second person. In pepa re. So a little bit yes, person also. Да, это зависит от личного, от местоимения, как вы заметили. Or you can use for first person also. На, тапаре, айме, манак. На тапаре. And why re? Or this we can use like that also. So there's not clear cut. Because yes, okay. But we have to see on the sentences. Only manak. For sentences sometimes we use you know the re also for past In spoken Tibet. In spoken Tibet, yes. В тибетском разговоре мы допустим форму ма бе паре, то есть я тибетец. Ре употребляется с ма, то есть первым лицом единственного числа. Но это в тибетском разговоре. То есть, ну, вы должны знать. But we don't say кун бе па ин. Но мы никогда не скажем кун бе па ин ин, то есть употребляется только с первым лицом единственного числа, заметьте. Кун бе па ин. То есть он тибетец, мы не скажем. Кун бе па ре только. Well, like this. But there's in, re and duk, there's no little bit different from the English and other language. Not quite similar words. Это in, re и duk немножко есть разница между английскими словами. Ну, английским глаголом есть небольшая разница. Exactly. Не совсем они похожи. Не совсем они сочетаются иногда. So we have to use according to according to status. Окей. И мы должны в принципе сейчас употреблять это согласно этому правилу. But it will know comes automatically when we speak Tibetan. Но это не сразу пришло, то есть Тибет.
Independent grammar, any no rules about this yin, duk, and re. There's no rules. В тибетской грамматике, наоборот, очень строго, и нету таких правил. Но мы тибетский разговорный проводим. Just a spoken language, and we know it from the beginning when we speak. Automatically it comes. И со временем в тибетском разговорном появилась вот такая вот форма. But all the foreigners, they ask the difference of yin, re, and duk all the time. Mm-hmm. Foreigners, when we teach Tibetan, they will ask this. What is the difference of this? Ну, если мы поедем в Тибет, то мы услышим речи абсолютно разнообразные. Мы можем удивиться, потому что не грамматически верно построена конструкция. На самом деле это разговорный тибетский. Он допускает такие формы. But when we teach language this grammar to Tibetan, they will never ask this question. Never. Okay. Но когда мы учим грамматику, то это строго. Мы никогда не должны задавать таких вопросов. То есть сре, например. Ну, вы поняли, да? Well, they automatically knows when they speak. И, they know everybody, yes. Но когда, ну, в разговорной форме это все знают. Это автоматически выходит. So there's not exact meaning. Exact meaning for English or in other language. Yin, re, and duk, yes. Yin, re, и duk, еще раз еще повторять, что нет конкретно такого же значения, как в английском языке. Ну и как, так же, наверное, как и в русском. You will not make mistake, big mistake in future. If you know how to speak. Yeah. Ну, если вы будете знать, как говорить, то вы не будете делать больших ошибок. Потому что это разговорный тибетский, еще раз повторяю. So... you want to repeat a little bit more, or you want to change the lesson? Ну что, вы хотите сменить урок, то есть новое начать проходить, или будем повторять вот это? Отрепетируем это, спрашивает Геше. If you want to learn how to read. Вы хотите еще раз учиться, как читать это правильно? We will repeat. Ну еще раз повторить то, что написано. Повторим или... Надо самим повторить. Повторим. Everybody want to repeat, but only we repeat. And we hear us. Okay? Okay? Yes. Пиши, будет послушать, а мы прочитаем. Давайте так. Spelling, okay? По буквам, давайте так, по буквам. Да, по буквам. Начнем. Ау, джама, джам. Падару, по, джам, по. Bala Bell Aw Dagibu D Aw 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 Dagibu D Aw Dagibu D All the prefix. Yeah. So yeah. O Kao Kao Pau Mau. Все пять приставок они читаются как Ау. Как Гау. 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 Да. Как вот так. Как пишется, сейчас пишет. Дау. Дау. Бау. Бау. Так, this for prefix. Only just for prefix. Это правило действует только для приставок. No. These both are prefix. Да. Nah. Вот эти двое А, это префиксы. Ау. Они считаются как ау. Мау. Ка. Ка. Мау. Ка. Ка. Мау. Ка. Мау. Ка. Мау. Ка. Ка. Гау. Гау. Няги гуни са ни. Няги гуни. Гау няги у ни са ни. Мау ха са ке. Ау та ки гу ти. Ау ча ма чам. Like this. For prefix, you should be like. Okay. Please read now. Ау та ки гу ти. Ау ча ма чам. Па на ру по. Ше ча ги зе му ше. Да ва так та. Па так. Ау, дай шапчу ду, ка, ду. На, ма, на. Мау, ка, ка. Нам, ка. Нам, ка. На, ма, на. Мау, ка, ка, ка. Ла. Са, па, та, па. Па, та, так, та. Ча, ги, бу, ти, на, ти. Па. Ау, дай шапчу ду, ка, ду. Чара, чар, па, чар, па, татя гуде, ради гури, марин, чара, чар, па,
Ragandaga, Harendagya, Kagyat, Gagi Gugi, Kau Dasha Chudu, Kadu, Kau La, Gel. Gel. And why now not Гаул? This is not prefix. Вот в чем различие, почему мы сейчас не прочли Гаул. Потому что это коренная буква, вы видите, она коренная буква, поэтому она не считается как Гаул. Это не приставка. When it's prefix, then it's Гаул. It's a root letter. А это коренная буква. Галаген. La sa le ka au dagi guti ka la gen cha za mu che na chen pa na ro po ra je mu re ta re ma u ka sa ke pa ke pa ka na ro po ma ku ma na mu mi Мау касаке па шаги пуши каши радем буре таре янару янаня ау джани джаша джу кашу кау няги ни сани янджу ни да са Para paya ta cha cha ni gu chi na cha chi la ba na ro go da le la paya ta cha cha ni gu chi na cha chi pa ya ni gu yi na in ka u ma sa ka ra gi gu ri ka ma ri Bana rubu da ru la kau ma sa kam ragi guri ma 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 pana rubu yana ruyu da ru ragi guri da re Ok. Хорошо. И давайте предложение теперь. Sentences? Yeah. Jambu. Jambu. Bebi jambo shetakdu Namka namkala timpadu Chatva derim chatva gelgidu Gelchenpo lekadi gelchenpo re Keva kum mi Kom mi kefa shere Yanju ni ta sa tin Ma bula timba il Kom kanri bula kanri manko yure Ok Хорошо No Well, as you want. Ну, какие ваши предложения? Дальше продолжение. Repeat? No. It's okay? Yeah, it's okay. Okay. Yeah. We begin? Begin? I will read back here. Yeah. Alphabet, only alphabet for them. Как?
Thank you.
Thank you.
some time to breathe. But not so quickly. It's okay. Yeah. Okay. Salata la anaro o. Aki ku I, ase pu u, ake mo e, anaro o. And if you write this, anaro o ma om. А если вы нарисуете на анаро еще вот такую вот капельку, то получится ом. Анаро ма ом. Ка, ка. Ka, ga, na, cha, cha, ja, nya, ta, tha, da, na, pa, pa, ba, ma, za, ca, za, wa, xia, sa, ha, ya, ra, la, xia, sa, ha, a, lu yi na, ta lu, ta, ta lu, ta, ta lu, ta, na lu, na, xia lu, ka, ka xia lu, cha. 1, 2, 3, 4, 5. And this is not lu yi, this is here. Uh-huh. Yeah. So we got this, this one, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Их пять. Логи. Пять возврат букв перевернутых из санскрита, которые пришли. Reverse five letter. Да, переводится как перевернутый пять букв. Та реверс, та реверс, да реверс, на реверс, and ша реверс. Да, дословно перевод, когда мы говорим та ло та, то есть та перевернутый будет та, та ло та, то есть та перевернутый будет та, и так далее. In Sanskrit, ta, ta, da, na. А в санскрите, знаете? Ta, ta, da, da, na. А вот в санскрите, вот, у них же пять букв в одной группе. Ta, 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 da, da, na. They are all, you know, this Tibetanized Sanskrit one. Ага. И вот все они, пять букв пришли в тибетский язык из санскритского, из языка санскрита. Only we use this only when in, we write mantra. Ага. И мы их всегда используем, mantra, когда пишем мантры. These five are the thick five letters. И тут то же самое написано. Пять тик. Тук. Тубуйгна. Тик, yes. Тупу means тик. А, я, окей, я си. Тупу means тик. Тупу означает двухэтажное, то есть. Помните, мы... Five very thick letters. Надписные буквы. Пять надписных букв. Тупу икинга. Гахата га, зата за, тата да, талу да, 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 бахата ба. И вот Гиша прочитал, как их надо читать. Гахата га. Га, га, да, и так далее. Захатак, за, дахата, да, далу, да, дахата, да, бахата, ба. In Sanskrit alphabet, they read like this. Ка, ка, га, гаха, на. А, окей. And ца, ца, за, заха,